Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 января. По народному месяцу слову Филипп. Скрута будния. В этот день христиане чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского, жил в XVI веке. На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. В народе говорили, что подошла скрута будния. Подкатили обычные дни, надо сглаживать житье-бытье. За время праздников дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и хозяйство. Будни настали, поленница поубыла. Колья осиновые, что для оберега двора были воткнуты в изгородь, вырваны. К реке снеговые сходинки заметены. Пришла пора, забот гора. Женщины на Филиппа затевали приборку, стирку, да и других дел, которые дожидались своего часа, немало было. А хозяйки дома в русском народе говорили: «Дом хозяйкой стоит». Мужчины в этот день тоже были заняты делами. Они поправляли хозяйственные постройки и изгороди, наводили порядок во дворах. После обильных праздников в поленнице дров заметно меньше стало. Нужно и напилить дровишек, да нарубить. Двор снегом замело, почистить надо. Короче, всех дел по хозяйству и не перечислишь. Не забывали и дороги расчищать, а также восстанавливали засыпанные снегом вешки на путях. Ближе к вечеру ходили в баню отмываться, смывать святки, как говорили наши предки. Принято было париться до седьмого пота, а после пить чай с липовым цветом и медом, чтобы вместе с потом из людей окончательно вышла праздничная суматоха и можно было спокойно приниматься за повседневные дела. Считалось, что рожденные в этот день обладают даром мирить всех враждующих. Беспокойные птицы под стать. Метался тот от дома к дому, старался все навалившиеся на деревенских людей грести загладить, с миром сладить, непримиримых свести, вселить веру в грядущее счастье. А за всеми хлопотами да заботами народ не забывал наблюдать за природой, а потому примечал. Если на Филиппа ясно, значит летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремится обратно в стойло, это предвещало холод и снег. Галки и вороны больше летают к снегу, садятся на снег к оттепели, на верхушке деревьев к морозу, на нижних ветках устраиваются к ясному дню. Собака свертывается калачиком, будет сильный мороз. Если кошка лежит, свернувшись в калачик, у печки или прячет мордочку к холоду, лежит на полу брюхом вверх, откинув хвост, к теплу. Скребет пол или ножку стола к ветру и метели. Стену царапает или тянется к воде, или пьет ее больше обычного, к непогоде. Крепко спит, к теплу. А про жёнок добавляли: добрая хозяйка дороже золота. Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит. И еще: в деревнях печи топятся, в банях девки моются, а в добрых людях силы копятся. Здравия и боги вам в помощь, славяне! Братья месяцы.